Первокурсник Даниил Федосеев попал в волонтерскую организацию, как только поступил в ВУЗ, и готов помогать делом. Узнав, что в ботаническом саду будет уборка, отправился туда. Я вот только-только попал в волонтерское движение. Для меня это первый опыт субботника. До этого я так просто ходил с родителями. Для меня это как благое дело. Пройти, помочь, как бы убраться. Я всегда за чистоту, за порядок. Это классно. Также я своих ребят, своих друзей позвал с своего подразделения. Студент Анатолий Мищенко попал сюда как раз так, по приглашению друзей. Но он-то и сам уверен, что чистота нужна и важна. И в дальнейшем собирается работать с волонтерами. Благое дело худым не бывает. И по факту это хорошо. Убираться, красиво. Уборка ботсада в форме командного квеста стала частью ежегодного фестиваля «Экопоколение», собравшего больше 1600 человек – студентов, школьников и просто неравнодушных горожан. Организовали работу областной комитет по молодежной политике и Донской волонтерский центр в партнерстве с ЮФУ. Тут можно было поучаствовать в мастер-классах по редизайну мебели, изготовлению эко-открыток, созданию масок из вторсырья и картин из пластика. А еще попробовать подарить и получить подарок в эко-акции «Мы вместе». Любой желающий молодой человек приносил свои книги, картины, детские пластинки, оставлял непосредственно в импровизированном шатре. И другой желающий приходил и взамен забирал тот или иной предмет. Эта акция направлена на непосредственно дарение, на культуру дарения и взаимопомощи. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Инна Билан, Первый Ростовский.